Ребята, а как называется этот поселок? Где это мы? Это мы на входе. Как это называется? Без понятия, как называется, он наш. Это факт. Молодец, самое главное. Мы-то захватили его. Главное, что он наш поселок. Это переезд на входе в город Углегорск. А, понятно. Как молочно или как оно называется? Ребят, ну скажите что-то. Конечно же, победа будет за нами, никуда мы не денемся. Да в этом никто и не сомневался. Добьем, добьем. Сегодня, даже если получится, сегодня и город возьмем. Дай бог. А бог с нами, потому что с нами правда. Бог с нами. И Россия с нами. Спасибо. Слава Новороссии. Все будет хорошо. Это самые-самые передовые позиции. Самый передок. Вот наши ребята занимают подходы к городу Углегорску. Как вы уже слышали, они сказали, что, возможно, и город сегодня возьмем. Ангело, снимай технику, идет в бой. Вот так вот. И комментируй, что эти машины идут в бой. Тихо. Прямо впереди несколько сотнях метров противник. Это следующая волна нашего наступления. Мы наступаем!